Итак, 13 июля, 13 часов 45 минут, и у нас здесь кофе с видом на Везувий. Кофе, обратите внимание, накрыт фольгой. Это когда в Италии просишь кофе на вынос, то тебе его сверху накрывают такой фольгой, чтобы ты его нес, не разлил, не охладил, не дай бог, раньше, чем положено. И на заднем плане вот у нас уже относительно чистый, свободный от облаков и дымки Везувий. То есть, да, видно, что пожары лесные на склонах Везувия еще продолжаются. Но, в общем-то, большая часть того, что могло сгореть, уже сгорела. То есть, Везувий на вид не такой зеленый, каким он был, а скорее слегка обугленный. И, вероятно, это означает, что в ближайшие сутки эти пожары потихонечку сойдут на нет. Над кратером ничего подозрительного. Дымы относительно внизу. Хотя и можно сказать, что довольно близко к населенным пунктам, к деревенькам, которые вот там вот виднеются. Ну а так, да, ситуация явно улучшилась. Прогнозы очень положительные. Так что панику прекращаем. Ждем вечерний репортаж.